Новейшую подводную лодку дизель-электроход «Краснодар» получили на вооружение российский ВМС. Это уже четвертый боевой корабль серии «Варшавянка», который судостроители передают морякам. Наш корреспондент Алексей Карипанов наблюдал за церемонией поднятия Андреевского флага. Четвертую по счету субмарину модернизированного проекта «Варшавянка» экипажу сдают почти на месяц раньше срока. После спуска на воду в апреле этого года она уже завершила важный этап заводских и ходовых испытаний. И вот теперь официально становится боевой единицей военно-морского флота. Андреевский флаг от командования получает командир корабля. Момент торжественный и даже трогательный. Военный офицер с любовью принимает боевое знамя. И под громогласное «Ура!» бело-голубое полотнище поднимается над подводным крейсером. Затем, как знамя развивается на ветру, наблюдают судостроители и родственники членов экипажа. На лодке будут служить 52 человека, из них почти половина из числа офицеров. Юлия Лавренюк сегодня вместе с супругом пришла на церемонию. Для него семьей теперь будет экипаж, и родственники готовятся к долгим разлукам. Уже уходили, поэтому это сложно, конечно. Ну, я знала, на что я шла. Вот, он знает, что я его здесь поддерживаю. И ждете? И жду, конечно. Новейший навигационный комплекс, автоматизированная система управления и обнаружения целей противника лодка способна обнаружить на расстоянии в 3 или 4 раза превышающем предыдущие проекты. Двойной корпус, внешнее гидроакустическое покрытие обеспечивают максимальную шумо- и виброизоляцию, а значит делают лодку практически невидимой. Хотя скоростные качества субмарины невелики, всего 20 узлов, зато она способна буквально вплотную подкрасться к противнику. Очень низкий уровень шума собственных помех, что существенно увеличивает и тактические свойства, и боевые возможности этого корабля. Эти корабли будут служить в южных морях, но проходят испытания, как вы все прекрасно знаете, и на Балтийском море. Часть испытаний завершает в акватории Баренцева моря и во всех климатических зонах они показали свою надежность. Боевой арсенал подлодки даже звучит угрожающе. Почти 2 десятка торпед, столько же мин, но главное – крылатые ракеты комплекса «Калибр». Причем вести стрельбу грозная субмарина может с самой глубины, практически не всплывая. Головная субмарина «Новороссийск» и второй корабль «Ростов-на-Дону» уже заступили на боевое дежурство. Старый «Оскол» сейчас проходит испытания в Заполярье на глубоководных полигонах. Точно такие же предстоят и Краснодару. Командование признается, проект получился настолько удачным, что рассматривается строительство подобных лодок не только для Черноморского, но и других флотов. Сейчас на стапелях завода находятся еще 2 субмарины подобного класса – «Великий Новгород» и «Колпино». До конца 2017 года они также должны заступить на боевое дежурство. Алексей Карипанов, Денис Торопчинов, Павел Зеленков. Первый канал. Санкт-Петербург.